Здравствуйте, дорогие друзья! Не знаю, скучали ли вы по мне, но я по вам однозначно. Сегодня у нас четвертый день студенческой весны 2021. На сцене в этот раз встретятся геологи, экологи, а также Институт информационных технологий и интеллектуальных систем. Смотрим! Понедельник. По канону тяжелый день, но на студ весне только для жюри, так как им придется выставить оценки не двум, а трем институтам. А зрителям это, наоборот, в кайф – увидеть сразу три разных концерта. Отмечу сразу, что малые институты КФУ представили не менее увлекательную канву и достойные творческие номера. Ну и по традиции спросим у студентов и зрителей об их настрое. Видела вас на сцене, у вас такой зажигательный номер про Кубу. Скажите, как вы до этого додумались? Как мы думали, мы не все из Кубы, мы из Колумбии, вот там есть Пепе. Мы из Кубы, из Колумбии, эта песня основана, ну, самая важная вид, музыка на Колумбии. Это наш директор, пожалуйста. Вот, еще что? Ну как, вы вообще готовы к сегодняшнему выступлению? Ну, конечно, мы всегда готовы. Девчонки, у вас такие классные костюмы, вы вообще такие красивые, очень классный макияж. Расскажите, что вообще будет за номер, откуда вы, какой институт и все-все-все. Угу. Из Института геологии и нефтегазовых технологий. В общем, наш номер называется... Дух лисицы. Дух лисицы, да. Это танец про то, что... девушка будет мстить своему бывшему молодому человеку. То есть в нее вселяется дух лисицы, и она, именно вот этот вот дух ее заставляет мстить. Странно, что не дух дьявола. Хорошая шутка, да? Давай, 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 пусти меня, потому что я слышаю. Такие веселые ребята, я не могу удержаться от танца. Открыть мероприятие довелось геологам. Они представили историю одного парня, который к 25 годам резко начал задаваться вопросами о смысле жизни. Куда ни глянь, везде философы. Помимо Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, они встречаются даже в обычном автобусе. Ты не можешь просто встать и сказать «привет». Ну, почему? Ну ты ведь не трус, ты ведь ничего не боишься. Просто встань и скажи «нет». Почему? Страх. Простой, тупой человеческий страх. Но что самое главное в жизни любого человека? Конечно же, наличие мечты. Вот и наш герой мечтает о поездке на Кубу, чтобы валяться на лежаке и наслаждаться веселыми ритмичными кубинскими песнями. Номер вышел интересным. Мораль простая, много думать не нужно, и в данном случае это плюс. Мы даже не знаем, что произойдет с нами через час, два или день. Поэтому все, что мы можем сделать, мы должны сделать сегодня. Не нужно надеяться на завтра, ведь его может и не быть. Вторыми на сцену вышли экологи. Сюжет немного напомнил фильм «Бегущий по лезвию», разбавленный отсылками к нашумевшей компьютерной игре 2020 года «Киберпанк 2077». И в отличие от игры, концерт экологов не проседал, а наоборот, все сцены прогружались быстро и были наполнены хорошим сюжетом. Госпожа Зорро, на улице ходят слухи, что последнее время вас было вместе видно часто с мистером Ковальски из отдела рядом с репликантами. Как вы можете это объяснить? Ну а помимо этого, зрители насладились танцевальными и вокальными номерами. Пришли
Пришел черед Итиса. Честно говоря, я и не ожидала увидеть на сцене практически идентичную моему любимому мультфильму постановку. Абсолютно точно можно сказать одно. Шрек получился максимально правдоподобным. Так, а ну-ка выкладывай, куда мы идем? Ладно, ладно. Мы идем смотреть на звезды. Звезды? Да. То есть ты вытащил меня, чтобы смотреть на звезды? Тебе что, вообще делать нечего? Спасибо, Ишак. Ну, знаешь, он, конечно, гад и все такое. Но я от его взгляда таю, как пломбир под июльским солнцем. Ну и, конечно, куда без музыкальных номеров. У ребят из Итиса они были максимально... эффектными, скажем так. Смотрите сами. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Where the tire face? No, I'm a believer. Not a trace. All I got in my mind. Now I'm a believer. Yeah, 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 yeah. Wow, now I'm a believer. Not a trace. Дорогие друзья, вот и пришло время для традиционной концовки. Четвертый день студвесны 2021 позади, а вы не пропускайте наши выпуски дневника. До новых скорых встреч, как всегда, пока! Пока!